Таня. Сейчас мы рязанцевы с тобой облоем. Я хоть где поймаю, Макс. Хоть где. Че? Погоди, с леской. Сейчас вся рыба под нами будет просто. Когда у тебя будет дочка, будешь ее на улицу собирать. Вот, научишься. А, так это у меня полсадка, они отрыгнуты, да, белых, да, этих. На спиннинг, на спиннинг ловите. У вас ты крупнее. Это вот так, чтобы не улетел. Помнишь, как в тот раз кепку пришлось разворачиваться? Да, как в тот раз. А, угу. Держи. Как дернет, вытаскивай. Хорошо? Не ожидал я его. Все? А ты что, не дергаешь? Ты вставай на ноги. Кто сидя рыбачит? Бери удочку. Жареные мыши лезут в катакомбы, а я давлю гашетку и сбрасываю бомбы. Дергай, Танюш, пока рыбка не дернет с той стороны тебя. Как только дернет, сразу кричи, папа. Че ты смеешься? Ну а че? Обычно детишки тут мама, а не папа. Это была шутка. Папа может только джиг-головкой заколоть волосы и пылесосом собрать их в хвостик. Тащи, тащи. Не, нету, сошел. Ты удочку кидай на стол, Танюша, и ладно, вытаскивай. Ты спас свое сам. Папа. Есть в натуре. Доставай, Танюш. Доставай. Давай. Вот смотри, видишь, как она отпускает леску? Давай. Вот он. Его поймал это. Ты у меня кто? Королева джига, да? Папа, я поймала. Полностью сама поймала. Все свидетели. Свидетели. Папа, я поймал. Смотри, как он его зажрал вообще. Да, монстр. Так, какого ты нашел? Вот он. Папа, я поймал его. Первый окунь твой чистокровно. Папа, я сумел. Не со льда. Удочка та же, правда? Ты вообще умница у меня. Поздравляю. 4,5 годика. Понял, Макс, какие девушки в мясских селениях? Танюш, давай это. Нам надо целый мешок. Действуй. Это кнопочку. Как ты там сказал? Трансформатор, а у меня помогатор. Папа. Давай. Тащи. Ребята, в эту руку возьми. Нет. Ну вот так вот сделай. Вот сюда вот. Вот так возьми леску. Ты супер у меня, детка. Давай крупных лови. Сейчас, секунду, Игорь. Там все элементарно. Помогатор действует. Вот наверх. Нет, возьми эту вот так, плетенку. Ага. И эту вот так вот. Другой рукой. Отпусти же головку. Ага. И вот так вот. 4 раза достаточно. 5-6 это верняк. Туда, где палец был в петельке. С любой стороны. Все. Дальше металлокерамикой. Затягивайте. А? Тань, тащи давай. Танюш, доставай рыбу-то. А, сошла. Слабины дали, пока хвастались. Ты удочку-то кидай, наверное, у меня. Потомственная рыбачка. Тащи. О, хороший вроде, да? Клади удочку-то.
Хакеры рыболовные. Доставай рыбу в салон, в салоновую. Сюда, сюда его, ты чё? Крупный, крупный. Дожил. Ты его не бросишь? Ну, маленький, давай отпустим. Нет. Что, забирать? Ну, хорошо. Давай, рыбач. В садик ты пойдёшь в болотных сапогах в следующий раз. Зубы не чистим. Туалетной бумагой тащи, больше тащи, не пользуемся. Сорвалась, умница. Ты уже определяешь, когда сорвалась, когда нет? Ты почти подсекай резче. Дергай вверх, вверх. Кидай удочку. Удочку кидай. Тащи, тащи. Все, сошла, да? Не-не, давай, давай, тащи, тащи. Все, он правильно какого? Говорит. Смотри, какого, Макс. Да, хороший вообще. 150. Мы его положим? Конечно, мы его закоптим. Да. Давай дальше рыбачь. Ну все, старость обеспечена у меня. У нее, смотри, там своеобразная игра. Я и так показывал. Тащи, тащи, тащи. Не сошел? Умница моя. Ты моя умница. Не, не отпустим этого. Он огромный? Да, он огромный. Иди сейчас разберемся. Такое ощущение, что развязалось, да. Давай, давай, тащи. Есть. Дочурина у меня. Давай, давай, Танюш, тащи. Леску в кулачки не собирай, выкидывай ее. Отличный окунь. Тихо, тихо, не путай. Папа, мы его закоптим? Да. Хорошо. Тащи, 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 тащи. Ух ты, ух ты, ух ты. 200-граммовый должен быть. Ух ты, дядя Максим, валил, а, пацаны? Танюша, а у тебя что, мелочь? Отпускай леску. Смотри, какая разница. Большая разница, ага. Папы-то 300. А мы это съедим? Конечно, съедим. Ты же говорил, что рыбок нельзя есть. Давай, лови крупных. Я глупил и спрашивал у нее разрешения. Теперь нет. Леску в руки не собирай, Танюша. Удочку на лавочку и леску перебирай просто. Давай, 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 давай. Вот, вот, перебирай, перебирай леску правильно. Не собирай ее в кулачок. Смотри, как профессионально, а? Работает. Вот что значит в крови. А, ну это вот сейчас она пошла в кулак. Таня, Таня, давай такого-то, такого-то, давай сюда, конечно. Ну ты даешь, дочурина у меня, чучурина. 150. А? Ну 120, ладно. На то мы рыбаки, да, чтобы всех обманывать. По возможности. Распутывай бороды, не делай. Все, действуй, дочурина. Засвети.
Давай, Танюша, действуй. Чё? Тяни, тяни. Тяни, тяни, тяни. Вот, вот она, леску. Ты леску потеряла, малышка. Давай, тяни, тяни. Давай, давай, ну ты чего там, малыш? Конечно, тяжеленный для такой девочки-то. 200-граммовый окунь. Ну куда это годится? Ты у меня чемпион мира в будущем, да? Да. А мы его съедим? Конечно. Да? Папа не отпускает. Ой, кровище с него хлещет. Не, она подлодка, она не мешается. Ага. Нет, конечно. Съедим. Держи. Все вот здесь вот. Вот так, Максим. Раз. Что-то легко тащит, больно. Опять в холостую, что ли? Ой, этого надо отпустить, Танюш. Пили его, пожалуйста. Сейчас. Давай сниму. Давай, давай, Танюш. У тебя сходов много. Держи темп. В лодку его, Танюш. Давай, ко мне прилепись. Эх ты, сошел. Папа. Я тоже тащу, Танюш. Ага. Тихо, 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 аккуратно. Давай, сбрасывай обратно ее. Папа. Давай, давай, давай. Ну, маленький. Покрупнее поймаешь. Заберем. Малышей нельзя обижать. Лови крупных, потому что. А крупных можно обижать? Крупных можно обижать. На, крути катушку, у меня там окунь сидит. Катушку крути, бери спиннинг. У нас, видишь, крути, крути катушку, там рыба же сидит. На спиннинге. Крути, крути. Держи, крути. Ногу подними. Давай спиннингового первого окуня вытаскивай. Смотри, Танюша, жжет сегодня. Так, Максимус, не мешай нам.
Что, Танюш, на спиннинг понравилось? Угу. Еще будешь ловить? Да. Давай я тебе тогда закину, а ты вытаскивай. А на свою будешь? Ну давай. Что, Танюш? Ты зацепилась, что ли? Погоди, я сейчас крупного выну окуня. Вот он какой! Максимус! Здравствуйте, я такой. Так, это не серьезка. Все, Владимир, нащупал рыбу. Так я говорю, вот надо вот... Надо ее поднащупать и пороть. Это если нет. Держи, рыбачь дальше. Крупного лови. Лови крупных, Танюш. Тащи, тащи. Нет, ты зацепился за дно. Кусок сети. Что, сошла, Танюш? Так, все под нами происходит. Что, опять сошла? Мы не птахи, мы ночные ахи-страхи. Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы, ужасы. Труса мы дрожать заставим, смело глянет, мы растаем. Смелых мы пугаемся, в страхе разлетаемся. Таемся. Чердачные, печные, страхи темные, ночные.